бы поблагодарить всех украинцев. Дякую вам за все оружие, то, что вы нам дали, и вам низкий поклон. Да, ну оружие, да. Скоро, надеюсь, прекратится вам подача оружия. Ну ладно. Вы пьяны? Прошу пройти на пробу Рапопорта. Вопросы, может быть, какие есть интересные? Да, как ты маешь? Конечно, Ты больше. уже спрашивал. А ты не ответил. Я тебе ответил нормально. Вон Петрович. Ну, Петрович, я видел Петровича, да. Как тебя зовут? Петрович. Петрович, ты же сказал, ты ж меня назвал, Петрович. Ты узнаешься. Петрович я. Прошу пройти на пробу Рапопорта. Понял. Без видки, дядьку. Торонто, слышал? Торонто? Да. Канада. Соображаешь. Соображает твой друг, да, молодец. Так что у тебя написано Солсбери, Ингланд? Я что-то не понял. Ну вот я губы не шевелится. Все шевелится, не волнуйся. Я наблюдаю. Вопрос есть нормальный? Шевелится, не шевелится? Может, это картинка? А откуда вы дядьку? Я сейчас сказал Торонто. Торонто. Что, памяти у тебя нет? А что здесь написано на России? А у тебя что написано, Британия, если ты говоришь, ты с Украины? Так а хули вам приховывать? Ты-то что, у тебя то же самое у меня. Страна У вас неправильно указана. VPN наиболее, а у вас по случаю. Нахуй надо скрывать. Что VPN? Ну, VPN, у тебя VPN, и у меня VPN. Что дальше? У тебя нормальные вопросы есть? Конечно, есть. Так задавай. Горячий. Я говорю, нормальный вопрос у тебя есть? Да, есть. Чей Крым? Ну, для тебя, конечно, украинский. Ты иначе думать не можешь, иначе за тобой СБУ приедет. Да, конечно, вы сторонка, блядь. А Чей Крым? так мне я и не знаю, что такое Крым. Это ж ваши разборки с Россией, чей Крым. Мне-то какая разница? Нихуя себе, так по-русски разговариваешь, блядь, Мне-то и какая разница? это наш Крым. Еще вопросы есть Чей нормальные? Есть вопросы? Крым? Да, есть. Чей Кубань Чей спро... Донбасс? Чей, чей, Чей Куб... Донбасс? чей Кубань спроси? Чей Кубань? Конечно. Чей Кубань? Чей Кубань? Кубань уже это украинский, но оно не нужно, надоело вам. А почему вам Кубань не нужна, а Крым нужен? Кубань, Потому что... Кубань намного более проукраинская, чем Крым, если на то пошло. Знаешь об этом? Да, все А, верно. поч, а, поч, а почему же вам Кубань не нужна? Вам что? Потому что Она уже давно русская, типа, и там, Ну, и там, мало ли и... что давно. И Крым уже давно, там 8 лет, и до этого был, до 54-го года. И речь не в том, давно, недавно. Важен менталитет народа, понимаешь? Важен менталитет народа. Вы разве... Почему вы глухи к стонам украинцев Кубани, Белгорода, которые стонут под гнетом российского режима? Почему вы так вот к ним равнодушны? Извините, сейчас только рассмотрел, вы картинка именно ваша. Ну, именно моя, да. Да, картинка ваша. Так почему вы... Ну, Крым это Украина. Ну, Крым это я уже Украина, слышал. Донбасс это Я Украина. вас спрашиваю, почему вы так... Подождите, не перебивайте. Да. Крым это Украина. Донбасс это Украина. Луганск это Украина. Ну, я понял, я ж понял. Вот у меня вопрос. Русские территории Украине нахуй не нужны. Вот у меня тогда... Извините Я за выражение. понял, понял, я ж не спорю, что вы... Я уже услышал, вы 3 раза повторили. Вот у меня и возникает вопрос, почему вы так цепляетесь за Крым и Донбасс, и в то же Потому время... что это украинские территории после распада СССР. А Нахуй
извините за выражение, зачем Российская Федерация полезла на суверенную страну захватывать территорию? Ну, зачем? Это вы у россиян спрашиваете. А причины всех этих конфликтов? То, что границы в 91-м году установились крайне несправедливые, и они были... Ну, я же объясняю. Ты же спросил и не хочешь заслушать. Коммунисты намеренно проводили неадекватные границы между республикой. Спецом неправильно проводили. И, к сожалению, таковые остались на 91-й год. Поэтому эти границы несправедливые. Отсюда все причины на постсоветском пространстве. Что тут непонятного? Так вот вопрос, почему вы так цепляетесь за Крым и Донбасс и глухи к стонам украинцев в Кубани и Белгорода? Вы историю хорошо знаете. Да, они вот стонут, хотят в Украину, а вы говорите, что они не ваши, вам они нахер не нужны. Почему? Старые территории нам нахер не нужны. Нам нужны территории, которые были в составе Украины. Так и Кубань была в составе Украины в 1918 году, и Белгород был, и Таганрог был. Ростов тоже был. Ну, Ростова не было, Таганрог был, да. Белгород был. Лиски были, да. Лиски были. Нам не, Украине не нужны территории. Украине нужны территории, те, которые были. Более ни хрена не нужно. Так я же говорю, эти тоже были в 1918 году. И Кубань была, и Белгород были. Был, и Таганрог был. Ну, почему вам эти территории не нужны, а какой-то Крым вам нужен? Потому что это было год после распада СССР. А что за критерии, реперная точка распада СССР? Это самая дурацкая точка, что можно придумать. Так давайте мы еще дальше отдалимся. Когда вообще России не было? Давайте. Когда Москвы не было? Давайте. Когда Тульская Русь была? Ну. Тогда вообще там... Тогда вообще... Да, тогда и Польша входила в состав Киевской Руси. И что, теперь нам надо эти все территории завоевывать? Ну а почему? А почему вы хотите Крым завоевать, а вот другие территории, которые у вас были, вы не хотите завоевать? А чем Крым должен быть, почему Крым должен быть русским? Ну а почему Кубань должна быть русская? Почему Белгород должен быть русским? Это же все ваши территории. Распад СССР был? Ну был, но это критерий, критерий самый дурацкий по распаду СССР. Территории разделились? Да, да. Разделились. Украина отдала свое ядерное оружие? Отдала. Отдала. После того, как Украина отдала оружие, был договор суверенности территорий и тому подобное? Не было. Был. Почитайте. Был меморандум. Я знаю, я же тебе объясняю. Был меморандум, а договора не было. Так а с чего теперь должна Украина отдать Крым? Какого хуя? Не, извините за... Ну не отдавайте мне этот Крым до лампочки. Отдадите вы, не отдадите. Вы уже по факту отдали. Ладно, Крым. Крым ушел. Окей. Да. Донецк, Луганск. Ну. Рейком. Что Донецк, Луганск? При чем Донецк, Луганск? Ну, я спрашиваю, да. При чем? В 2014 году. При чем Донецк, Луганск? Ну так и почему в Донецк и Луганск восстал в 14 году и Харьков восстал? Почему? Кто восстал? В 14 году. Луганск, Донецк не восстал. Причем Харьков? Харьков не восстал. Ну я ж лучше знаю. Три области восстало. Просто в Харькове... Ну, лучше знаю. Из Харькова. В Харькове Аваков подавил, к сожалению. Вы из Харькова? Да. Вы из Харькова? Да, с Харькова. Вы живете в Харькове? Да. Вы восстали? Да, в Харькове ребелинги бы больше, чем в Донецке. Вы референдум проводили? И деш администрацию раньше захватили. Просто Аваков в
все силы слушай, бросил на подавление Харькова. Я в 2014 году был в Харькове. Ну. Я ездил в Россию, в Мичуринск на работу. Блядь. Где ты что был в Харькове? Где ты был в Харькове в 2014 году? В 2014 году я был в Харькове. Где конкретно ты был? Мичуринск, в России. Мичуринск это ладно, ты в Харькове где конкретно был? В центре я в Харькове. Какой интерсекшн? Какая улица это была? Где ты был там? И где ты там митинговал или что? А при том, что... Я не жил в Харькове. Да ты был где конкретно? На митинге или что, на демонстрации? Я через границу переезжал в Харькове. А, ну на метро катался. По какой линии катался? По всех линиях. Там их три всего лишь. Там три, соображаешь, да. Мелких. Почему мелких? Нормальных три линии. Одна большая, линии. Одна большая, две средние, не выдумывай. По сравнению с чем? По сравнению с Москвой и Лондоном, может, маленький. А так, по сравнению с большинством городов, нормальный. У нас здесь другие страны. Есть страны, где еще меньше линий. Если пророссийский человек, если вы привыкли жить в Солдате... Я про харьковский человек. Так путь вам... Я про харьковский человек. Савдепию я не люблю. Тем более укра Савдепию, да. Если вы такой прохарьковский, так с хуяли прилетало так множество ракет по Харькову. Ну это, конечно, я тоже. Вы в Харькове живете? Я сейчас? Тоже этим огорчен, успокойся. Нет, Харьков бомбить нельзя, да. Вы в Харькове живете? Да, ты уже спросил 10 раз. Харьков? Да? Да, Харьков? Да, да. Салтовка, да? Нет, не Салтовка. Прилетало бы по вас так следа? Я знаю, что по Салтовке прилетало. Ты нормальный еще, у тебя есть вопросы или нет? Я знаю, что прилетало именно по Салтовке, по Северной. Что ты мне хочешь рассказать? Это плохо. Харьков бомбить нельзя. Бомбить нужно разные киевские, ебеня, винницкие. Да, человек, ты уже 10 раз спросил, я тебе ответил про харьковские. Ну так, слушайте, если вы так за Россию, блядь, пиздуйте вы, пиздуйте. Я Россию, с тобой согласен, Харьков бомбить нельзя. Пускай бомбят разные Киевы, Винницы, Хмельницкие. Вот это будет нормально. А Харьков бомбить нельзя. Киев, Хмельницкий, Винница, были да. Виноваты, да? Не, ну если, да. Если кого-то бомбить, вот парадигму возьмем, что кого-то нужно бомбить. Харьков бомбить нельзя, я так считаю. А пускай бомбят разве это центральную Украину, хер бы с ней. Слушай, и сколько вам лет? Мой возраст оценивается трехзначной цифрой, не стоит об этом говорить. Ты нормально, у тебя есть вопросы, не личного характера? Смотрите на меня. Смотрю. Смотрите на меня. Да. Сколько мне лет? Тебе? 34. Да. Нет. А сколько? Меньше. Ну, меньше. Ну, 29, значит. 27. Ну, допустим. Ну и что? Вам сколько лет? Мне много лет. Нет, это самое. На личные вопросы опусти, это никому не интересно. Я вам сказал, сколько мне. Но я не хочу говорить. Это вопрос, это неинтересный вопрос просто. Под запись тоже для канала. Есть еще вопросы какие, нет? Да, есть. Задавай. Только не личного характера. Вам в Украине хреново жилось? Хреново. Потому что мову насаждали. А в России лучше? Я не в России живу, успокойся. Ну, вам в Украине хреново жилось. Хреново. Вам в России лучше? Я в России не жил. Так а с какого вы хрена понимаете, а где вам лучше будет? В России или в Украине? А я с Россией не сравнивал. Я за независимую слобожанщину, чтобы Украина разделилась. А слобожанщина это какая территория Украины? Слобожанщина это исторически харьковская, сумская. Полностью часть Луганской, Белгородской, Воронежской областей. Вот что такое слобожанщина. Да, ну тогда еще даже Российской Федерации не было. Когда? И Россия вообще тогда нигде не тогда, вспоминалась. Тогда это когда? В
Почитайте историю, дядя. Я тебе историю на улице знаю. Ладно. Такие да. В очках, такие все умные. Почитайте историю. Хорошо, почитаю. Ты уже Вы пьяны? Прошу пройти на пробу Рапопорта. Бородат. Вопросов быть не может. Вы что, пьяный что ли или что? Нет, я абсолютно трезвый, но... Да вас язык заплетается. Извольте пройти на пробу Рапопорта. Ой, факов. Лошок. А за себя он был совсем не разговорник. Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не искушай ее. Их, в общем-то, всех и назвали русские, потому что это глагол. Русский это какой чей отвечает? Ничего-ничего, в тюрьме тебя перевоспитают, лет через 10 вернешься другим человеком. А Західної України немає. Західної немає, і Восточної немає. Немає Восточної України. Є одна Україна. Да, є. Де ви таке бачили? Східна Україна. Є Схід України, є Захід України, є Східні області України. Є Республіка Кубань, яку окупували комуністи в 1918 році. А Воронеж не окупували комуністи? Ні, Воронеж передали. Уровень інтелекту у Миколи Рушніця, на самом деле, это Геннадій Хазан, по-моєму, так його фамілія. Это уровень інтелекту креветки із Азовського моря. Хороший. Мы сделаем украинским уголовным чиновником. Китаец, да, Украина, которая создана крупно экономическую. Не надо испытывать наше терпение. На любой выбор у нас есть достойный ответ. Вот до самых крайних мер. И я хочу напомнить горячим головам под оранжевыми знаменами. От Харькова до Киева 480 километров, а до границы с Россией 40. Вставай, страна огромная! Вставай на смертный бой! С нашистской силой темною, с оранжевой чумой! Okay.